Погода балует севастопольцев, однако ничего необычного метеорологи в теплом январе не видят. Несмотря на то, что среднеянварская температура для города-героя составляет 3,5 градуса тепла, а не 10, как в последние дни, сотрудники гидрометобсерватории советуют дождаться конца месяца. За первую декаду 2012 года отклонение среднесуточной температуры воздуха примерно где-то 5 градусов от нормы. Но по первой декаде еще мы не можем судить о том, что будет дальше и как поведет себя температура воздуха до конца месяца. На тепло уже отреагировали обитатели севастопольских лесов. Егери и охотники отмечают необычную активность животных и растений. Барсучи – это саба-нора. Это семья барсуков здесь живет. Ну, сейчас они в спячку не ложатся, потому что тепло. И они ночью выходят. Кормятся. Но если такая погода будет, конечно, она не пойдет в спячку. Председатель общества охотников и рыболовов Виктор Евлашкин говорит, что при нынешнем тепле стали набухать почки деревьев и даже начали распускаться подснежники. Обратите внимание, ну, вот смотрите, подснежник, видите, пробивается подснежник, практически тоже так, 2-3 дня, ну, неделю от силы, неделю он зацветет. Естественно, конечно, это... Ну, как сказать, ненормальное. Синоптики уверены, что тепло уже кончается. 12 января должно быть вполне обычным январским днем. В ближайшие сутки в Севастополе сохранится переменная облачность. Днем возможны небольшие осадки. Ветер северный, днем северо-западный, умеренный. И температура воздуха ночью 0,2 тепла и днем 4,6 тепла.